клоп-ассасин или клоп-хищнец, вид, который считается наиболее хищным среди клоповых. Самих же хищнецов превеликое множество, которые могут быть самой разнообразной формы, окраски и размера. Но у всех маленькая голова с длинным хоботом, похожим на иглу. Они едят различных насекомых. Но у всех изощренный способ охоты. Ассасины – это своеобразные универсальные солдаты, которые под каждую добычу избирают уникальную тактику. В большинстве случаев он часами сидит в засаде, а когда жертва приближается почти вплотную, и насекомое видит неприятеля, клоп уже в нем. И поздно отделать ноги. Пойманное насекомое парализуется впрыснутым ядом. Ткани жертвы разжижаются пищеварительным секретом, а затем клоп просто высасывает протеиновый коктейль.